Тум-тум-тум. Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы слышите эту офигенную музыку, то значит, с вами Казуку Фэмили, и мы играем в очень необычную новеллу. Это демо-версия. Она проходится не так много, но она очень впечатляющая. Так что прием-прием, раз, два, три, проверяем. Так, в общем, ставьте лайки, не забывайте про чаечек, кофеечек, не забывайте про репосты, приглашать друзей, дружочек. А мы, в принципе, погрузимся в эту клевую атмосферу. Так. Мне прям музыку не хочется выключать. Настолько она... Я думаю, ответ очевиден. О, это лирика гитарная. Обожаю. Па-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на. На-на. Так. Быстрое сохранение. Быстрая загрузка. Вселенная. История. Окей, погнали, чё? Всем приятного просмотра, ребятушки. Я здесь. Ты слышишь меня? Да. Тебе может показаться это странным, но теперь мы связаны. И только ты можешь повлиять на мой путь. Ладно. Когда жизнь подбрасывала мне новые попытки всё исправить, я тратила их впустую. Но теперь все изменилось. У меня есть ты. Я верю тебе. Верю, что ты спасешь нас обоих. Ну, давай попробуем. Расскажи о себе. Я хочу знать, кому доверяю свою судьбу. Меня зовут Казуку Фэмили. Я стример. Играю, помогаю, анализирую, вникаю. Ребят приглашаю. И с тобой болтаю. Я думаю, достаточно тебя знать. А, извиняюсь. Так, меня зовут... Калинка. Ладно, если так. О! Казуки. Так. Ну, конечно... Я парень. Рыцарь на белом коне. Когда-то я мечтала встретить такого. Сейчас это не важно. Ну да, твой рыцарь прошлый умер, наверное, да? Это тоже не важно. Согласен. Проехали. Хочешь знать, с чего все началось? Как он разбился и как ты познакомилась с прошлым рыцарем на коне? Ну знаешь, как-то, ну, такое себе. Аскрид сидела передо мной. Тяжелый дубовый стол разделял нас. Я уже ощущала, как ее дряхлая рука хватает меня за горло и трясет, пытаясь привести в сознание. Да что там рука? Лишь одной силой мысли она могла бы выбить из меня всю дурь. Но мы сидели молча. Какая страшная бабулька. У Аскрид было уютно, несмотря на останки всех этих жутких существ. Несмотря даже на смрад от чеснока, которым пропиталась вся ее изба. Я помню ту Аскрид, которой она была лет этак 10 назад. Огонек в ее глазах придавал мне сил и уверенности в себе. В то время, когда я только начинала познавать азы магии, она вечно твердила, что я недостаточно хороша, и мне надо работать над собой. Теперь я понимаю, зачем она говорила именно так. Я была ее лучшей ученицей. Всегда. Но старуха была ведьмой, а я родилась магом. Но если что, ребят, я надеюсь, вы понимаете разницу между ведьмой и магом. Ведьма, она приносит что-то плохое, а маг... Ну, маги тоже, конечно, бывают плохие. Ладно, короче, ведьма в большинстве случаев ведьма, а маги, маги,
Ладно, короче, не будем вдаваться в суть дела. Мне не было суждено развить таланты до того уровня, какими они были у нее. Как бы я ни старалась. А она всю жизнь мечтала управлять стихиями, хотя ни разу не призналась в этом. Она могла прочитать все мои мысли, едва щелкнув пальцами. И я бы даже не обратила на это внимания. Она молчала, а я оправдывала себя. Я знала, что после сегодняшнего дня она не простит меня. Никогда. Какой выбор я бы не сделала. Она дотянулась до колбы и толкнула ее по направлению ко мне. Это был переломный момент. Но на самом деле все началось задолго до знакомства с Аскрид. В тот самый день, который забрал его. Твоего суженого ряженого, да? Так. Йохан. Йохану 7 лет. Он любит играть с дворовыми детьми. Зачастую берет на себя роль рыцаря, спасающего деревню от нашествия нечисти. В такие моменты палка в его руке превращается в меч. Он бегает по двору, размахивая им, и отгоняет зло, что окружает наш дом. Я помогала матери растить Йохана. Оно и понятно, первая дочь в семье, помощник во всем. И по хозяйству, и с братом посидеть. А смотаться в город потолкаться на шумном рынке есть желающие? Однозначно я. Ага. Она, значит, сестра. Пасти коров. А вот и мать. Наша семья занималась фермерством, сколько я себя помню. Когда родители поженились, они переехали в наш дом в славной деревушке под названием Паскум. Завели небольшое хозяйство, несколько коров. Каждый день матушки начинался с утренней дойки и поездки на рынок. Батюшка же выгонял скот на пастбище. Я думаю, они вполне бы могли позволить себе нанять пастуха. Отец мог бы посвятить себя более благородной профессии. Но он всегда твердил: «Я никому не доверю своих рогатых, тем более постороннему». Маленький помощник. Ага. Так. Интересно. Я познакомилась с Андрианом, когда мне было 14. В тот день мы с матерью приехали к Меркатус вместе. Она впервые взяла меня с собой. На семейном собрании было решено, что я уже стала достаточно взрослой и смогу торговать сама. А у мамы как раз освободится время на Йохана, уход за коровами и другими делами по хозяйству. Народу сегодня было особенно много. Орк. Мы двигались вглубь рынка, а я крутила головой, жадно изучала все вокруг, старательно запоминала наставления матушки и вдыхала новые ароматы. Лавочка. Кассандра.
Чего? Вернуть сдачу. Ну давайте. Положить дачу в карман. Я уже добежала до центральной статуи посередине рынка. Как вдруг столкнулась с прохожим и немного опешила. Это был парень, который, видимо, тоже куда-то спешил и не заметил меня. Этот парень, скорее всего, будет ее парнем, да? Ха-ха. Ну, давайте второе. Вот как сделано. Моя следующая встреча с Андрианом произошла через месяц, когда я уже сама выезжала торговать на рынок. Я заприметила его сразу же. Те же светлые волосы, темные брюки, темная рубаха и наглый взгляд. Возникало ощущение, что он всегда куда-то спешил. Ага. Он что-то отвечал им, приветливо улыбался, но его выдавали глаза. В бешеном ритме они бегали из стороны в сторону, высматривая очередную жертву. В какой-то момент он приблизился настолько, что я могла рассмотреть черты его лица. Но он не обращал на меня внимания. Андриан пробирался через людную площадь. Буквально через мгновение спешившая по своим делам худощавая девушка спотыкнулась и упала прямиком на него. Я решила понаблюдать за девушкой. Она подошла к лавке с оберегами, долго присматривалась и выбирала, советуясь с ведьмой. Старуха кряхтела на пальцах, пытаясь объяснить, что за ядреную смесь она намешала, а затем погрузила в нее коготь виверны. Ха, виверна, это же в Ведьмаке виверны были вроде бы. Круто. Девушка наблюдала спектакль в течение пары минут, затем полезла в кошель, висевший на поясе. Монета. Я направилась к бедной девушке, которую обокрали, с намерением рассказать, что видела. Но в этот момент почувствовала руку на своем плече. Он пришел на следующий день, уверенный в себе, беззаботный, как будто ничего не произошло. Нахальный. Со временем мы сработались. Я уговорила Адриана попробовать продавать мебель, которую мастерил его отец. В прошлом известный столяр. После смерти жены он не смог смириться с утратой и стал завсегдатаем таверны. Постепенно отец Адриана пропил все накопления, что у них были. Я внушила надежду сначала Адриану, а тот смог разбудить в отце еще не успевшее угаснуть чувство долга перед сыном. Столярная мастерская вновь заработала, а Адриан смог открыть лавку по соседству со мной.
Так. Давайте посчитаем книгу. Я могла посидеть в тихом местечке с книгой в руках, пока Адриан заменял нас обоих на рынке. Хм, обоих? А, вот как. Мы прикрывали друг друга. Я могла отойти по своим делам и знала, что Адриан не обманет меня. Он будет вежлив как со своими, так и с моими клиентами. А когда я вернусь, то заберу всю выручку и комплименты от довольных покупателей. Ясненько. Ну тогда так. Я изучила все вопросы, связанные с мебелью. Могла рассказать, сделан этот стул из дуба или пихты. Научилась различать возраст древесины. А по цвету определять грибковые заболевания, которыми она могла быть поражена. Когда я заменяла Адриана на рынке, он уделял время тренировкам. Ясненько. Однажды он рассказал мне, что давно мечтает путешествовать, объехать всю империю, побывать в столице и стать приближенным к императору. Но в наше мирное время ему светила лишь должность охранника на рынке, что было далеко не пределом его мечтаний. О, блин, музыка тут топ вообще. На-на-на-на. Это любовь нам с тобою так нужна, как воздух, вода, и я без тебя. На-на. Время, ветер, воздух и чайки вокруг. Нам так нужна. Хм. Офигенно. Так. На-на-ра-на-на. Теплый денек. Она что, совсем не собиралась оставить нас в покое? Шуты. По старой дружбе. Дружбой там и не пахло. Какое-то время они учились вместе грамоте. Какая между ними может быть дружба? Меня это не волновало. Нисколечко. Илария. Ха. Ее неуместно короткая юбка болталась в разные стороны, когда она, виляя ягодицами, удалялась от наших лавок. Я, наконец, подняла ресницы и, пересилив себя, пристально взглянула ей вслед, пытаясь разглядеть, что же в ней такого особенного. Ага. Взявшись из ниоткуда, поток ветра подхватил юбку и задрал так высоко, что Илария вскрикнула и прижала ее руками. Ха. Она перешла на бег, подхватывая деталь своего гардероба то спереди, то сзади. Ее волосы растрепались, и, утратив былой блеск, свисали клочьями. А внутри меня ликовал победитель настолько, что я даже не сразу осознала тот факт, что управляю стихиями. Серьезно? Наши дни. Николь! Пересчитать сдачу. А про что? А, нифига себе. О, можно? Так. А куда мы летим? На рынке. На пляж. Йохана. Хм. Блять, какая же тут музыка, ребята. Бля, я просто обожаю эту новеллу.
Я отсюда хочу музыку урвать, вот честно. Блин, какая же тут музыка, ребят. Так романтично. Классно. Я такую музыку давно слышал, только знаете где? В метро. Вот что-то наподобие в метро. Давайте Йохана возьмем. Мы бы лежали под палящим солнцем и наслаждались свободой. А Йохан носился бы по берегу, визжа от восторга и расплескивая ледяные капли. Он бы мог подбежать ко мне, схватить за руку и силой потащить в ледяную воду. А я бы сопротивлялась. Нет, что вы! Меня все устраивает и тут, на берегу. Прекрасный пейзаж, обжигающий мягкий песочек. Загар ровно ложится на мою кожу. Рядом друг. Да, мой самый близкий друг. В этот момент Адри мог бы вскочить и встать на сторону Йохана. Мальчишки, они же такие. Ему хватило бы сил одной рукой схватить меня за талию, перекинуть через плечо и донести до берега. А что дальше? А что дальше? Я бы кричала от резкого перепада температуры, вся мокрая и растрепанная, стоя по пояс в воде. Они бы смеялись, как кони. Хорошее сравнение. А я, если бы чуть дольше развивала свои магические таланты, могла бы провести ладонью по речной глади, дабы огромная волна накрыла его с головой. Да. Интересно, что бы об этом сказала Иллария? Не знаю. Увидеть выражение ее лица на этот рассказ было бы моей лучшей наградой. Добрались? Рынок Меркатуса. Сегодня я добралась до рынка слишком рано. Покупатели еще только собирались покидать свои дома с целью потратить медики, а продавцы только начинали раскладывать товары на лавках. Адриан еще не появился. И, пользуясь случаем, я решила внимательно изучить свиток, который он недавно мне приносил. Это был опросный лист для начинающих магов. При обнаружении в себе магических способностей ты мог попробовать устроиться на службу к самому императору. Это считалось вершиной успеха. Но прежде предстояло пройти череду тестов и выявить, насколько ты талантлив, предан делу и, как ни странно, честен с окружающими. От твоих честных ответов на вопросы будет зависеть наше будущее. Правда и ложь в твоих руках. Как отвечать, решать только тебе. Нифига себе. Ну, так и так. И в жизни нет, и в этом каком. В игре нет. Ну тут, как бы сказать, у меня в детстве была такая вот особенность, чтоб не соврать, да, когда у кого-то был круче телефон, ну я возьму... Ну, как детство, да, у кого-то круче телефон. Конечно, ну, конечно, зависть была, когда приходил там к маме, допустим, говорил: мам, ну вот, у кого-то телефон круче. Ну, конечно, маму это бомбило. Но это зависит от социального статуса, так что, ну, как сказать, сейчас это осталось. Не в том плане, что прям, ну, жопу рвешь, такой, бля, типа, у кого-то круче телефон, опять же, да, или там круче компьютер. Да, типа, она всегда будет,
Знаете, главное, чтобы зависть не заходила за рамки. То есть ты можешь такой завидовать, рычать, такой типа, блин. Знаете, зависть бывает еще и когда кто-то красивее. Там, типа, девушка красивая, там, допустим, да, или мужик мускулистый. И ты такой, блин, я не такой, да? Нет, но тут как бы красота зависит от разного рода факторов. Ну ладно, короче, я отвечу честно, да. Трудности с деньгами. Тут смотрите, есть маленькая подколочка. Когда трудность с деньгами, да? Но, смотрите, тут есть такой фактор, опять же, я не считаю, что я самый умный, да, карма. То есть, если ты оставишь себе деньги, получается, ты их украл. А украл, это значит карма. То есть, если ты крадешь, то значит, рано или поздно отхватишь обраточку. Так что, нет, уж лучше сидеть с проблемами в плане денег, но зато не ударит тебе карма, поэтому отдам. Интересный вопрос. Если считать историю героини, но я так понимаю... О, блин, у меня пузырек что-то меньше стал. Короче, если считать... героев, но герой... Нет, я не знаю историю персонажей, но если брать мою собственную историю, то, как сказать, я обижен был на обоих родителей, но была причина. Мама меня в чем-то ограничивала, я не говорю, что это хорошо, но была такая какая строгость роль воспитания. И второе, папа не играл, наоборот, роли воспитания в то время, когда это было мне нужно. Поэтому сейчас, наверное, нет. Но если судить с точки зрения обижены в прошлом, а сейчас отпустил ли я ситуацию, нет, наверное, уже нет. Врать. Нет, я не вру. Особенно тем людям, которых знаю, да? То есть незнакомым людям я могу там, ну как сказать, преувеличить. Но это в некоторых родах ситуаций. Но в плане врать нет, людям я никогда не вру. Даже незнакомым людям врать не хочется. Преувеличивать могу, ну, то есть как, типа, да, я там хорошо разбираюсь в каких-то делах, но могу это немножко, наверное, украсить, я бы даже сказал не преувеличить, а украсить, ну, так, чисто, может быть, для статуса, ну, а так, в принципе, наверное, нет, вот. Так что я не вру, но приукрасить могу, но не перебором. То есть просто могу красиво сказать. Я бы даже не назвал это преувеличить. Так, вы нет. Способности. Ха. Ага. Жаркий день. Куда заходить? Ага, да, покупатели. Что такое?
Ага, мистер Фрог. Ага. Наплыв покупателей продолжался. Я машинально разливала молоко по кувшинам, принимала деньги за товар и отдавала сдачу, погружаясь в свои мысли. Я думала о теплом песчаном пляже, холодном потоке воды и о том, что мне не хватает времени, чтобы развивать свои магические способности. Мне необходимо было учиться и читать больше книг. Возможно, мне стоило бы на какое-то время переехать в столицу на официальное обучение к известным магичкам. Йохан уже достаточно взрослый и не требует такого пристального внимания. А мать могла бы заменить меня на рынке. Мне стало не по себе от мысли, что я долго не увижу своих довольных покупателей. Не смогу улыбаться и вручать им бутылки с нашим домашним молоком. Мне стало не по себе от того, что я могу не увидеть Адриана. Не спрошу, как у него дела, и не узнаю его дальнейших планов на жизнь. Не узнаю, куда именно они собираются сегодня пойти вместе с Иларией. С молоком? Так, ну вообще можно уже по запаху определить, не обязательно глотать, поэтому понюхать. Я поднесла бутыль к носу. Резкий запах проник в мое сознание и перевернул там все вверх дном. От молока несло кислятиной. Стоило ли пробовать, каким оно было на вкус? Я пересилила подступающий горлу ком, вылила противную жидкость в ведро, находящееся за прилавком, и вернула покупателю бутыль. Ага, скидка. А это от жары, походу, прокисло. Он же про жару говорил. Молоко от жары прокисло. Молочная принцесса. Играли ведьмака. Во-во. Серьезно, землетрясение? Как? Стоп. А что за прикол? Не понял. Я почувствовала запах гари и повернула голову по направлению к северу. Весь горизонт был в дыму.
Дым будто непроходимой каменной стеной заволок все пространство между Паскумом и Меркатусом. Ноги подкосились, и я оказалась на истоптанной копытами земле. Остальное я помню как в тумане. В наше время магов, ведьм, ученых и философов никто даже и подумать не мог, что на нас упадет метеорит. Хоть бы одна дряхлая ведьма увидела бы это во сне, а затем нашептала бы императорской страже. Хоть бы один всезнающий маг, который, к слову, знал о стихиях все от и до, предупредил бы нас. Но нет. Огромный неподъемный кусок камня разделил нашу жизнь на до и после. Есть только две вещи, за которые нам стоит благодарить богов. Первая – за то, что метеорит не упал на людную площадь Меркатуса в самый час пик. И вторая – за то, что он не снес с лица земли Паскум. Он рухнул четко между нашими поселениями. В клочья разорвал земную поверхность и оставил после себя зияющую пустоту, что трещиной прошлась по всей империи, поделив наши земли на две части. Так появились понятия прозелиты и апостаты. Наш народ назывался прозелитами. Мы боготворили нашего императора Ставроса за то, что в такой сложный для нас момент он не отстранился от своего народа. Для ведения торговли была назначена деревушка восточнее Паскума. Только торговать, кроме продовольствия, было особо нечем. Купцы строили свой бизнес на том, что перемещались через порталы в Меркатус, скупали кое-какой товар и затем втридорога сбывали на новом рынке. Меня всегда интересовало, как выживают люди Меркатуса и других северных городов, снабжение зерном которых до падения метеорита шло с наших земель, с юга. Поговаривали, что поначалу разразился сильный голод. Города заполнили нищие и беженцы в расчете на милость императора. Но что он мог сделать? Перемещать мешки с зерном через порталы не представлялось возможным, а переправлять столь тяжелый груз на вивернах было бы весьма опрометчиво. Около года наши территории искали новые пути развития и пытались наладить контакты. Вся загвоздка была в налогах. Император хоть и щадил народ, но с любого жителя всегда брался небольшой налог на пополнение казны, содержание столицы и дворца, на помощь начинающим в ведении своего хозяйства. В один прекрасный день апостаты просто отказались платить налоги и отреклись от императора. Император Ставрос решил не прибегать к помощи посыльных и использованию магических порталов, а сам в сопровождении двух охранников погрузился на спину виверны и перелетел через обрыв. На той стороне их уже поджидали. Новый правитель апостатов, Крокс Даррен, орк из влиятельного воинского клана, дал ясно понять, что с сегодняшнего дня все налоги с их северных земель будет собирать именно он. Никто не знал наверняка, какие слова прозвучали в разговоре двух правителей и на какой ноте закончились их переговоры. Слухи были разные, ну а нам оставалось лишь догадываться или принимать на веру все, что нам хотели внушить. После того дня император Ставрос издал указ. Так, то есть, получается, все жители, имеющие хоть какие-то зачатки магии, обязаны явиться во дворец, где будут они протестированы, а затем распределены в специальные школы для развития своих талантов. Все ведьмы обязаны сообщить о себе и встать на учет. Если хоть один маг будет замечен за границей разлома, если хоть один портал промелькнет в воздухе, его создатель будет считаться предателем. И по возвращению на родные земли будет обезглавлен. Указ вступает в силу незамедлительно. Ага. В доме темно, пламя свечи разольет свет ночи. Мы посидим вместе с тобой вдвоем. Вижу, не спишь, милый малыш, мой братик, ты грустишь. Скоро придет то, что нас ждет, увы. Тебя.
Фух, офигеть! Ребят, это было офигенно! Короткое прохождение, но... Блин, оно того стоило. Прям-таки... Мощно. Очень мощно. Я теперь жду полную версию игры. Это было просто потрясающе. Это реально было круто. Интересная такая история, но главное... Музыка, ребят. Вы просто... Атмосферу чувствуете? Короче, ребят, спасибо за лайки. Приглашайте друзей. Не забывайте про репосты. Вот. Короче, напоследок. Насладитесь этой музыкой. Мы будем завершать это все. Это была просто офигенная игра. Просто офигенная. Демка просто 5 из 5. Спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Всем до скорого. А с вами был Казуко Фэмили. Thank you.